Когда в мой дом любимая вошла, в нем книги лишь в углу лежали валом. Любимая сказала: это мало, нам нужен дом, любовь у нас была. И мы пошли со старым рюкзаком, чтоб совершить покупки коренные. И мы купили ходики стенные, и чайник мы купили со свистком. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет, чем собственный свой дом, где ходики стучат старательно на кухне, где милая моя, где милая моя, где милая моя, и чайник со свистком. Потом пришли иные рубежи, мы обрастали разными вещами, которые украсить обещали и без того украшенную жизнь. Снега летели, письмами шурша, ложились письма на мои палатки, что дома, слава Богу, все в порядке, лишь ходики немножечко спеша. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет, чем собственный твой дом, где ходики стучат старательно на кухне, где милая моя, где милая моя, где милая моя, и чайник со свистком. С любимой мы прожили сотню лет. Да что я говорю, прожили 200, и показалось нам, что в новом месте горит поярче предвечерний свет. И говорятся тихие слова, которые не сказывались право. Поэтому, не мудрствуя лукаво, пора спешить туда, где синева. С тех пор я много берегов сменил, в своей стране и в отдаленных странах. Я вспоминал с навязчивостью странной, как часто эти ходики чинил. Под ними чай другой мужчина пьет, и те часы ни в чем не виноваты, они всего единожды женаты. Но как хозяин их спешат вперед. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет, чем собственный твой дом, где ходики стучат старательно на кухне, где милая моя, где милая моя, где милая моя, и чайник со свистком.